Приморье отмечает один из самых знаменательных праздников нашей страны – День флага Российской Федерации. Праздничные мероприятия проходят во всех муниципальных образованиях края. Это самый важный праздник для нашей страны, потому что флаг олицетворяет нашу государственность. Появившись более 300 лет назад, этот триколор по праву занял свое место в 91 году над Белым домом в Москве и до сих пор остается и продолжает быть символом нашей России. Одно из самых крупных праздничных событий ко Дню флага по традиции развернулось во Владивостоке. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Поехали по машинам! Автопробег стартовал от Центральной площади и прошел через весь город, в том числе по Золотому и Русскому мостам, завершившись возле уникальной военно-исторической достопримечательности края на острове Русском Ворошиловской батареи. К колонне автомобилистов мог присоединиться каждый желающий. Достаточно было приехать на точку сбора и украсить свою машину главным символом праздника – флагом Российской Федерации. Анна Дьякова, новости на Восьмом.